я хотел вам помочь. Что с вами? У вас жар? Посидите. Я сейчас. Стойте! Стойте! Воды! Какой воды? Подождите меня. Вперед! Немного воды. Дайте флягу. Красные в городе. Генерал Кравчиков, карты сданы. Ступай. Куда? А, что? Па. Жир. Виноват. Прошу. Еще одну. Себе. Ваши. Виноват. Виноват, виноват. Получите. Все. Осторожно. Ура! Да ура! Здравствует, ура! Ура! Бежим, мадам. Куда? Туда, мадам. Туда, вон туда. Христа ради. Святый равноапостольный княже Владимире, моли Бога во нас. Помилуй нас, Боже, помилуй нас. Святый пророче и крестителю Иоанне, моли Бога у нас. Помилуй нас, Боже, помилуй нас. Осмотреть монастырь. Отец, подержи лошадь. А ты кто такой? Паисий, я Паисий. Паисий, ладно, давай наверх. Иди со мной. Огонь, гли на колокольне. Что вы, какой огонь? По телами белым махали. Да здесь никого, здесь только свои. Thank you.
такие? Беженцы, беженцы они. Документики, господа. Мы попали под обстрел и бросились сюда, в монастырь. А это? Женщина. Вот, у нее пожалуйста. Роды начинаются. Так. Вот паспорт. Роды. Так. Барабанчикова, замужняя. Где муж? Нашла место, время рожать. Белые. Пошли. Эскадрон! По коням! Живо! Откуда взялись эти красные? Чего все это произошло? Ваше Превосходительство. Добрыза. Шубу по паку. Шубу! И курить. Слушаюсь. А вы гусеница в штатском. Уж не обер ли вы прокурор? Документы. Я отнюдь не обер-прокурор. Я приват-доцент. Мы бежим из Петербурга. А вы, мадам? Я жена товарища министра торговли. Корзухина Серафима Владимировна. Вот мои фальшивые документы, а вот настоящие. Тысячу извинений, мадам, тысячу извинений. Простите, пойдемте, вы должны. Ну, Айфковчак, музыку! Станишники! Генерала Чернота отбили у красных! Здорово, станишники! Здорово, большевиста! Люська! Люську! Гриша. Люська. Живой. Люська. Простите, господа. А мы по тебе панихиду собирались справлять. Смерть видел вот так близко, как тебя. Ну-ка, пусти, я замерз. Представляешь, история. Ну, я как приехал в штаб к генералу Крапчикову, а он, сукин кот, посадил меня в винт играть. Ему депешу прислали, а он, язве в душу, расшифровку отложил до утра. И буденный на тебе с небес. Я за дворками гражданину Барабанчикову говорю, давай, говорю, документы. Приползай сюда. Глядь, а документы-то бабьи, жонины, госпожа Барабанчикова и удостоверение беременное. Ну, я говорю, кладите, как я есть, в церкви. Лежу, рожаю, замерз. И вдруг слышу. Комиссар, шпорами, шлеп. Ну, думаю, куда ж ты шлепаешь? Смерть же твоя лежит под попоной. Ну, давай, открываю скорее. Паспорт взял, а попону не понял. Пардон, господа. Через 5 минут выходи. Стой, отцы святые, стой! Вы что, белины объелись? Церемонию эту затеяли. Драпать надо, корпус идет по пятам. Господин генерал, вы должны, слышите, вы должны ее взять с собой. Серафима Владимировна больна, у нее жар. А я знаю, у вас есть какой-то лазарет. Вы в университете учились? Да. А ведь производит впечатление совершенно необразованного человека.
А если вам пуля в лоб попадет, лазарет вам очень поможет, гусеница. Но поймите. Надо взять. Красивая женщина красным достанется. Я прошу вас. Ну ладно, Бобос. Спасибо, благодарю вас. Голубушка, поднимайтесь, нам разрешили, слышите? Надо ехать. Сергей Павлович, вы поезжайте, а я прилягу. Мне что-то жарко. Что? Я хочу пить в Петербург. Господи, ну что же это такое? Это тиф, вот что это такое. Крапилин, ты красноречив, уговори даму. Так точно, ехать надо. Крапилин, бери ее силой. Нам надо ехать. Помогите мне, пожалуйста. Неужто не отстоишь монастырь, давший тебе приют и спасенье? Что ты, папаша, меня расстраиваешь? Подвязывай колокола музыки и садись в подземелье! Пошел! Пошел! Ты что? Эхо. Крапилин, ступай. Гриша, опусти. Свет. Что? Да. Закройте свет. Позвольте нам. Вот так легче. Флотом сообщает, несмотря на крайние усилия, Азовская флотилия не может выйти из Таганрога. Мороз 12 градусов, лед сплошной. К означенной операции флотилии прибыть физически не в состоянии. Прибытие флота в корне подрезало нашу инициативу на левом фланге. Центр тяжести удара переносится на турецкий вал, в лоб. И Сиваш с выходом 15-й и 52-й дивизии в тыл Перекопской группировки. Задачи войскам будут поставлены мной лично на исходных позициях. Начало операции 7-го. В 22 часа. Мои директивы командармы получат сегодня вечером. Все. Вопросы? Я сомневаюсь. Страшно сомневаюсь за пехоту, товарищ командир.
9 верст по гнилому морю померзнут. Выведешь на тот берег не дивизии, а сосульки и пальцами сломать можно. А ты не сомневайся за пехоту. Я тебя насквозь вижу, Баев, куда гнешь. Конь не рыба, нечего ему в воде делать. Что предлагаете? Включить в штурмовую группу конный полк, мой. Славы ищешь. В короткой красной своей жизни от славы не бегал. И сейчас, в канун третьей годовщины нашей революции, готов чокнуться с тобой и глотнуть севашской воды, если поделишься. Поделись, комбриг. Все свободны. Оркестр не позабудь. Не позабуду. Ну как, Семен? Простернул. Ну и ладно. Коменданта и начальника станции, командующему фронтом! Коменданта и начальника станции, командующему фронтом! Севастополь, я знаю, это рай. Мешки с бабаками не скрывать, а твои смерти. А черт, все честно дал. Запятая. Но Фрунзе обозначенного противника на маневрах изображать не пожелал. Точка. Это не шахматы, не царское незабвенное село. Точка. Подпись Хлудов. Зашифровать и послать главнокомандующему. У нас трагедии начинаются. Бронепоезд параличом разбило. С палкой ходит бронепоезд. Никто нас не любит. Никто. Из-за этого и трагедии. Печка с угаром. Никак нет. Нет угару. Час жду бронепоезд на Таганаш. В чем дело? В чем дело? В чем дело? Начальник станции, ваше превосходительство, доказал мне, что офицер пройти не может. Вы доказали, что бронепоезд пройти не может. Так точно, ваше превосходительство. Физической силы и возможности нет. Сортировали и забили начисто. Пробка. Вторая, значит, с угаром. Сию минуту. Залить печку. Угар, угар. Мне почему-то кажется, что вы хорошо относитесь к большевикам. Вы не бойтесь. Поговорите со мной откровенно. У каждого есть свои убеждения. Хитрец. Ваше высокопревосходительство, за что такое подозрение? 30 часов не спал. У меня детки, Оля и Павлик. Искренний человек. Нет, нужна любовь. Из любви ничего нельзя сделать на войне. Меня не любит. Дать сапер. Толкать, сортировать. 15 минут, чтобы офицер прошел за семафор. Если приказание не будет исполнено, коменданта расстрелять, начальника станции повесить, осветив под ним надпись «Саботаж». Прошу. Ваше превосходительство. Прошу. Ваше превосходительство. У меня еще детки в школу не ходили. Верьте слову. Оля и Павлик. Ваше превосходительство. Вальс. Эскадрон, прямо! Что он делает? Что он делает? Пошел! Грейся!
товарищи, ангарского дефиле ваш превосходительство сводной кулерийской дивизии подошла. Садись. Голован, стул. Ты что же делаешь, Рома? Рома, прекрати. Прекрати. Молчать. Вы же генерального штаба, ваше превосходительство. Молчать. Обоз бросьте здесь. Пойдете на Карпоубалку. Там станете. Слушаюсь. А босы раненых оставим здесь. А я? И ты здесь останешься. Гриша! Маша, приходится! Ваше превосходительство! Прошу! Выходит на Литовский полуостров. Где? Здесь.
Музыку давай. Командир приказал. Представиться, товарищ министр торговли Корзухин. Слушаю. Совет министров уполномочил меня обратиться к вам с тремя запросами. Первое. Мне поручили узнать о судьбе арестованных в Симферополе 5 рабочих. Исаул, предъявите арестованных господину товарищу министра. Прошу за мной. Да, будьте любезны. Исчерпан первый вопрос. Слушаю второй. Второй? Что второй? А, второй. Второй касается непосредственно моего министерства. Здесь на станции застряли грузы особо важного назначения. И спрашиваю разрешения и содействия вашего происходительства, чтобы эти грузы срочно протолкнуть в Севастополь. А какой именно груз? Экспортный пушной товар, предназначенный за границу. Ах, пушной, экспортный. А в каких составах груз? Прошу. Голован, указанные составы выгнать в тупик, в керосин сжечь. Слушаюсь. Короче, третий вопрос. Положение на фронте. Ну, какое может быть положение? Бестолочь из пушек стреляют. Командующему печку с угаром подсунули. Ни ресторана, ни девочек. Зеленая тоска. Вот сидим, как попугаи на табуретах. Выезжайте в Севастополь. Скажите тыловым гнидам, чтобы укладывали чемоданы. Красные будут завтра здесь. Еще скажите, что заграничным шлюхам собольих манжет не видать. Пушной товар. Это неслыханно. Я буду иметь честь доложить об этом главнокомандующему. Пожалуйста. Рома, здравствуй. Это я. Накормить. Рома, взять, я... накормить. Извольте. Простите. Со мной.
Будьте любезны. Вы знаете, он всегда спешит. Мы последний раз встретились на Дмитровке, и он тоже торопился. Голован, что это горит? Пушной товар. Отойдите! Разойдись! Куда прешь? Нет, пошел отсюда! Нельзя назад! Стой! Стой! Кто здесь, Роман Хлудов? Пропустить. Мы назад. Хлудов, это я. Она больна. Назад. Из Петербурга бежим. Все бежим, да бежим. Куда? К Роману Хлудову под крыло. Все Хлудов, Хлудов. Даже снится Хлудов. Вот и удостоились лицезреть. Сидит на бочке, а кругом висят мешки. Все мешки да мешки. Зверюга! Шакал! Они идут и всех вас прикончат! Она коммунистка! Вы с ума сошли! Пустите меня! Пустите! Доль, какая она назад! Коммунистка! Она жена Корзухина. Она не отдает себе отчет. Это хорошо, потому что, когда у нас, отдавая отчет, говорят, ни слова правды не добьешься. А? Стоп, стоп. Корзухина. Пушной товар. Так у этого негодяя еще жена коммунистка. Случай. Дать его сюда. Есть! Случай. Вы Парамон Ильич Корзухин? Да, это я. Супруга ваша, Серафима Владимировна, приехала к вам из Петербурга. Простите. Слава Богу. Эту женщину вижу впервые. Никакой Серафимы мне... Владимировна. Владимир, не знаю. Никого из Петербурга не жду. Это обман. Что? Обман? Отрекся. Гадина. Это шантаж. Искренний человек, а? Ну, ваше счастье, господин Корзухин. Пушной товар. Вон. Взять, допросить. Ваше превосходительство, это недоразумение. Так точно. Шакал. Как в книгах написано, шакал. Только одними удавками войны не выиграешь. За что ты, мировой зверь, порезал солдат на перекопе? Попался тебе, впрочем, один человек, женщина. Пожалела удавленных только и всего. Но мимо тебя не проскочишь, не проскочишь. Сейчас ты, человек, отцапай мне сок! Стервятиной питаешься. Позвольте убрать его, ваше превосходительство. Нет. В его словах проскальзывают трезвые мысли о войне. Поговори, солдат, поговори. Доску и мешок. Слушаюсь. Как твоя фамилия, солдат? Фамилия? Да что фамилия? Фамилия у меня неизвестная. Крапилин, вестовой. А ты пропадешь. Пропадешь, оголтелый зверь в канаве. Да ты посиди вот тут на своей бочке. Да нет, сбежишь. Сбежишь в Константинополь. Храбер ты только женщин вешать, да слесарей. Ты ошибаешься, солдат. Я на Чингарскую гать ходил с музыкой. И там два раза ранен. Да все губернии плюют на твою музыку.
Прощайте, ваше высокопревосходительство. Я все сказал. Нет, плохой солдат. Ты хорошо начал, скверно кончил. Повесить его. Я не могу на него смотреть. Рапорт представить вашему высокопревосходительству конфиденциально. Да. Оставьте всем нас. Всем отойти на 20 шагов! Отойти на 20 шагов! Всем отойти на 20 шагов! 3 часа тому назад противник взял Юшунь. Большевики в Крыму.
конец. Конец. Владыко, в этот страшный час только на милосердие Божие уповаем. Помолитесь, Владыко Святой. Где поезд на Севастополь? Всемогущий Господь! Где за что? За что посылаешь новые испытания чадам своим? За что, Господь? Ваше Высокопреосвященство, вы напрасно беспокоите Господа Бога. Он давно уже отступился от нас. Это что такое? Воду из Севаша угнала. Большевики как по паркету прошли. Георгий-то победоносец, смеется над нами. Господин генерал, что вы говорите? Я категорически против такого тона. Вы явно нездоровый, генерал. Я жалею, что вы летом не уехали за границу лечиться, как я советовал. Ах, вот как. А у кого бы ваши солдаты на Перекопе вал удерживали? Кого бы Черноты на Карпову балку пошел? Кто бы вешал? Вешал бы кто, ваше высокопревосходительство? Что? Что такое? Вам нужно немедленно возвращаться в Севастополь. Господа офицеры, главнокомандующий покидает нас. Оркестр. По вагонам! Садись! По вагонам! Ученик! Прошу! По вагонам! Дорогу, дорогу! Дорогу! А ну прочь отсюда! Прочь! Стой! Под ногами болтайся! Дорогу! Господа офицеры! Ставку свернуть мгновенно, Крымсдан. Аминь. Немедленно в части, господа. Станцию защищать всеми средствами. Приказываю, чтобы ни один солдат не остался в живых. Вступайте. Полковник. Полковник! Виноват. Что здесь происходит? Приказано поднять настроение, господин полковник. Здравствуйте, артиллеристы! Несколько часов назад в нашем положении, в положении армии, я бы сказал, в государственном положении Юга России, произошли внезапные изменения. Поэтому я объявляю вам, полк распущен.
Предлагаю, сняв с себя знаки различия, разойтись и скрыться. Господа офицеры, предательство. Это измена! В чем дело? Спокойствие! Спокойствие, господа кадеты! Господин полковник, вы арестованы! Молчать! Ну так вот, коротко. Времени у меня нет и, уверяю вас, тоже. Вопрос. Кого желаете защищать? Кого желаете защищать, я спрашиваю? Россию. Россия против нас, и вы это знаете. Что же остается? Пустота? Гул шагов? Вот этот пыльный император? Ну, у нас приказ! Чей? Главнокомандующего. Главнокомандующего? Отлично-с! Полк, становись! Смирно! Слушать! Главнокомандующий, позорно бросив нас на произвол судьбы, бежал. Бежал, как последний каналий и трус. Сейчас, в этот момент, бежит командующий фронтом Хлудов. Через несколько часов мы станем свидетелями катастрофы. Слушайте, дети мои, я, кадровый офицер, вынесший войну с германцами, на свою совесть беру все. Все! Вас посылаю домой, трубач! Отбой! Никак нет, господин полковник. Я с вами. Господин полковник, от моего лица и от лица офицеров, которых я толкнул на безобразную выходку, прошу принять извинения. Принимаю. Командующий. Что случилось? Ноги. Память о кандалах. Срочная радиограмма. Радиограмма главнокомандующему вооруженными силами Юга России генералу Врангелю. Кому? Генералу Врангелю. Вы что, плохо слышите? Пишите. Ввиду явной бесполезности дальнейшего сопротивления ваших войск, грозящего лишь пролитием лишних потоков крови, предлагаю вам прекратить сопротивление. В случае принятия вами означенного предложения, Революционный военный совет армии Южного фронта на основании полномочий, представленных ему центральной советской властью, гарантирую сдающимся полное прощение в отношении проступков,
связаны с гражданской борьбой. Стула нема! Койку достал! Спасибо, товарищи. Садитесь и вы, товарищи. Продолжаю, пишите. Не забывайте, что дело идет о жизни десятков тысяч вовлеченных в борьбу против Советской России людей. В случае отклонения делаемого честного предложения вся вина за бессмысленно пролитую русскую кровь ложится на вас. Командующий Южным фронтом Михаил Фрунзе. Сходительство. Ну как никого. Иди сюда. Сядь. Вот смотри. Стоит. Видишь? Крапивин. Виноват не вижу. Никого нет, ваше превосходительство. А Крапивин повешен. Не может он стоять. Так. Наверное, мне приснилось. Ага. Хотя я не спал. Может, я спал, а? Так точно, ваше превосходительство. Спали. Да-да, ступай. Хотя постой. Это что? Книга Библия, ваше превосходительство. Архиепископ Африкан прислал ее в ставку вашего превосходительства в подарок. Я докладывал. Да-да, помню. Ты вот что. Скучно, брат. Почитай мне вслух. Виноват, ваше превосходительство. Я неграмотный. Ну хорошо, хорошо. Слепых. Если слепой поведет слепого, оба упадут в яму. О ком сказано? Не могу узнать, ваше превосходительство. О нас. О нас, о нас.
обо мне. Как прикажете, ваше превосходительство. Ты лучше, Саул, ты не уходи. И спать мне не давай. Буди. Прикажете... Да-да, погромче. Скажите, что вокруг меня кто-нибудь. Солдат, я знаю, ты здесь. Не молчи, Крапилин, не молчи. Крапилин, не молчи. Не молчи, Крапилин. Всякая ерунда. Вот ты спал, а тебе что-нибудь снилось? Так точно. Что? Виноват, ваше превосходительство. Баба снилась. Счастливый ты человек, Исаул. А душа у тебя болит, Исаул, когда-нибудь? Никак нет. Душа не болит. Зубы болят. Застудил. Ступай вон. Так? Вон! Каракуля. Не нужен. Отдай. Не дам, пошел. Партия каракуля. Вы, Марья Константиновна, ничего не удалось выиметь. Осторожнее, ради бога, тут кругом ложки. Позвольте, я вам помогу. Нет, вашу ножку. О, оторвалась. По-видимому, интеллигентный человек, и я уверен, понимаете, насколько нам важно знать правду. Присаживайтесь. Ведь о контрразведке распространяют гадкие слухи. На самом же деле это учреждение исполняет труднейшую работу по охране государства. Курите, пожалуйста. Не, благодарю вас, я не курю. Что, боитесь меня? Да. Вы волнуетесь, успокойтесь. Умоляю вас, скажите мне, что с ней? С кем? Ну, вы же понимаете, что это все... Нелепейшая история. Довольно, довольно. Изображать из себя приват-доцента. Мне надоело эта комедия. Мерзавец. Перед кем сидишь? Встать. Итак, условимся. Ты будешь говорить чистую правду. Если ты начнешь врать, слышишь? Я никогда не лгал. Ладно, молчи, молчи. Отвечать только на вопрос. Садитесь, пожалуйста. Зачем прибыли в расположение белых? Зачем приехала сюда именующая себя Серафимой Корзухиной? Ну, я уверен, я знаю, что она действительно Корзухина. Но Корзухин при вас на станции сказал, что это вранье. Он...
Ну что? Он солгал. Он просто испугался. Ну чего же он испугался, Пишите. Я буду диктовать, так вам будет легче. Но предупреждаю, если остановитесь, пеняйте на себя. Пишите, я ниже подписавшийся, Глуков Сергей Павлович, на допросе показал двоеточие. Серафима Владимировна Корзухина. Но она больна. Не останавливаться. Приехала в район, занятый вооруженными силами Юга России, для коммунистической пропаганды и связи с подпольем. Не останавливаться. Приват-доцент и подпись. Благодарю за чистосердечные показания. Все это, Гурин, все это выведи ложь. На улицу, отпусти. Сконской. Оцените документ. Сколько даст Корзухин, чтобы откупиться? Здесь у трапа? Ну? 10 тысяч долларов. В Константинополе меньше. Советую Корзухиной получить признание. Да, задержите под каким-нибудь предлогом посадку Корзухина на корабль. Хотя бы на час. Моя доля. Очистить помещение контрразведки. Гурин, зови караул. А вы будете уже рассыпали все пасы? Но, мадам, малеразмаженные пары. Это было у моря, где ажурная пена, где встречается редко городской экипаж. Королева играла в башне замка Шопена, и, внимая Шопену, полюбил ее пан. Купите дом. Беру любую валюту. Можно фальшивые. Боже мой, какая нелепость. Почему я здесь сижу? Замолчите, ваше превосходительство. Дайте слушать. Ну, согласитесь, что я в каком-то странном положении. Ах, боже мой, какой идиот. Я, товарищ министр, вы ответите за это. Какой тяжелый человек. Официант! Еще бутылку. Я в туалет. Надеюсь, вы не против. Семен, проводи. Pardon, monsieur, mais je suis myope, très naturellement, que je pouvais me tromper de porte. Thank you.
Торчите? Я жду главнокомандующего. Знаете чего, дождетесь? Чего? Красных. На корабль. Не принимает главнокомандующий, господа, они вас ждут. Господа! Слава Богу. С нетерпением ждал вас. Холодно. Все ушли? Конницу по дороге сильно трепали. В общем, можно считать, ушли. Я сам уютно ехал. Забился в уголок купе. Ни я никого не обижаю, ни меня никто. В общем, сумерки, как в кухне. Я вас не понимаю, о чем вы говорите? В детстве это было. В кухню раз в сумерки вошел. Печь. Тараканы на плите. Я спичку зажег, они побежали. Спичка возьми, погасни. Слышу, они лапками шуршат. Шур-шур, мур-мур. Вот так и у нас мгла и шуршание. Смотрю и думаю, куда бегут. Как тараканы в ведро. С кухонного стола бух. Благодарю вас за все, что вы с вашим громадным стратегическим талантом сделали для Крыма. И больше вас не задерживаю. Я и сам сейчас переезжаю в гостиницу. К воде поближе. Если вы не перестанете забываться, я вас арестую. Предвидел. В вестибюле мой конвой произойдет большой скандал. Я популярен. Нет, тут не болезнь. Вот уже целый год вы омерзительным поясничеством прикрываете свою ненависть ко мне. Не скрою, ненавижу. Зависть. Тоска по власти. Нет. Ненавижу за то, что вы меня вовлекли во все это. Где обещанные союзные рати? Где Российская империя? Как вы могли вступить в борьбу с ними, когда вы бессильны? Вы стали причиной моей болезни. Впрочем, теперь не время. Мы оба уходим в небытие. Я не держу вас больше, генерал. Гоните верного слугу. Клоун. Кто тут есть?
Солдат! Меня обещали допустить к вам. Все ушли куда-то. Что вам нужно? Я пришел сюда, чтобы сказать вам о зверских преступлениях, совершающихся в контрразведке, причиной которых является генерал Хлудов. Это интересно. Позвольте. Но ведь вы живой. Вы же не повешены, надеюсь. В чем же ваши претензии? Приятное впечатление производите. Я вас уже где-то видел. Ну так будьте любезны, в чем претензия? Позавчера вы приказали арестовать женщину. Помню. Да, помню. Вспомнил я. Вас узнал. Позвольте, а кому вы хотели тут жаловаться на меня? Главнокомандующему. Поздно. Нет его. Ведро с водой.
погрузился в небытие навсегда. На генерала Худова более некому жаловаться. Исаул, слушай, Голован, возьми конвой в контрразведку. Там за мной записана женщина. Корзухина? Серафим Владимировна. Если она не расстреляна, доставьте ее во дворец. Что вы сказали? Если вы это сделали... Ведите себя как мужчина. Подождем. Если я нет в живых, я вас убью. Ну что ж, может быть, это лучший исход. Сядь. Пойми, солдат, ты попал под колесо, и оно тебя стерло. И кости твои сломало. Бессмысленно таскаться за мной. Слышишь? Это вы мне? Что? С кем вы говорите? С кем? Сейчас узнаем. Ни с кем, сам с собой. Сумасшедший. Слушайте вы. Ее нет. И не будет. Ее расстреляли. Подлец. Сделайте одолжение. Стреляйте. Кто она вам? Любовница? Нет. Случайно встреченный человек. Но я люблю ее. Расстреляна? Никак нет. Что с ней? Тише. Почему не доставили в таком случае? Виноват. Говорите при нем. Генерал-майор Чернота ворвался в контрразведку, арестованную, применяя вооруженную силу, отбил и увез. Куда? Тише. Куда? На проход Витязь. Пять Витязь вышел на рейд. Витязь. Так вот, жива. Жива ваша женщина, Серафима. Жива. Исаул, берите знамя, грузитесь на святителя. Идите. Слушаюсь. Возьмите меня с собой в Константинополь. Черт. Какая-то Серафима, Константинополь. Нам надо спешить. Все уже удрали. Точно. Три гроба самых дорогих, как приказывали.
и катафалк лаковый с кистями. Ну, а этот... Гробовщик, ваше благородие, сам здесь. Дожидаются. Подожди ты, братец. Слушаюсь. Хорошо. Теперь я оглашу мой последний приказ по полку. Солдаты и офицеры. Братья. У нас нет более ничего, ни знамени, ни армии, ни родины. Я вел вас дорогой лжи. Моя вина, мой грех. Я искуплю его, да поможет вам Бог пережить русское лихолетие. Подпись. Мы добровольно избрали этот выход. Это честь, господа. У нас к вам просьба, голубчик. Нужно похоронить 3 человек. Не сомневайтесь, ваше благородие, все будет сделано по первому разряду, несмотря на обстановку. Где покойники? Как бы вам объяснить? Хоронить надо нас. Кого? Нас. Не обидим, голубчик, щедро заплатим, только честно исполните свой долг. Капитан, дайте деньги. Пощадите, ваше благородие, отпустите, невиновен. Не бойтесь, голубчик, никто не хочет причинить вам зла, напротив, вы получите целое состояние, ведь это же ваша работа. Я, конечно, с удовольствием. А кого хоронить? Болван, кого надо, того и похоронить. Капитан, прошу без рукосуйства. Виноват, ваше превосходительство. Нас, голубчик, нас, меня и вот этих господ. Ясно. Согласен. Ты что, с ума сошел, подлец? Они не бритые, живым бы побриться, а то потом трудно будет. Не твое дело, заткнись. Обождите за дверью. Слушай. Проследи, чтобы он все исполнил. Слушайся. Господа, может быть, кто-нибудь передумал? Благодарю вас, господа. Капитан, от вас разит, как из бочки, стыдно. Приступим.
тебя зовут? Лепкий щенок.